Друзья, всем привет! Сегодня с вами рассмотрим две идеи, как удлинить или соединить профильную трубу без сварки. Ну а что из этого у нас получится, мы сейчас увидим. Всем приятного просмотра! Thank you.
неважно. Итак, друзья, вот такие два соединения у нас сегодня с вами получились. Первое соединение, это мы удлинили профильную трубу. Соединение получилось надежное, крепкое. Также можно для надежности просверлить еще одно отверстие и уже болт с этой стороны вставить. Но этого будет вполне достаточно. Такое соединение можно применить, к примеру, если вы будете делать разборные леса. Ну или что-то еще наподобие, будет незаменимым. Следующее соединение мы сделали вообще без болтов и гаек. Тоже довольно-таки крепкое, можно использовать для полочек, то есть кронштейн для полочек. Вот такие вот два соединения у нас сегодня с вами получилось. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!